Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм, и сейчас я нахожусь на тестовом сервере Amazing Roleplay. Итак, короче, тема такая, пацаны. В официальной группе вышел пост, что, типа, там IP сервер, типа, X100. И они открыли тестовый сервер номер один, где есть X100 день. Я так понял, они хотят что-то протестить, что именно, я не знаю. Я зашел, сейчас PD был, и у меня плюс 2 уровня, понимаете? Это реально жестко. Сейчас плюс X100, это значит, что много, я так понял, зарплата большая. Спидометр, кстати, новый посмотрим, по-моему, он должен быть. Бля, спасибо, вот великов реально мало им, да? Серьезно. Реально им, что ли, мало великов? Я не понимаю. Давайте поездим, посмотрим, что тут вообще есть. Мне реально это будет интересно посмотреть. Возможно, сейчас мы что-то посмотрим новое. Потому что, видите, здесь бизнесы также есть. Но, блин, давайте посмотрим. Я думаю, давайте съездим, знаете, куда? В эту сторону. Мне кажется, в Батыриво много может быть обновлений всяких, полеров. Поэтому давайте съездим, я думаю, лучше туда. Пацаны, жестко лагает. Смотрите, сколько просто людей. Это пиздец, реально. Извиняюсь за лаги, я просто решил вам это показать. Так, все, дали спам, короче. Берем скутер быстренько. Сейчас пойдем поработаем. Может, что-то себе купим интересное. Сервер открылся буквально 20 назад, уже онлайн 225. Просто IP копируешь, ну, пишешь там IP и все. И заходишь. Я не знаю, сколько он будет открыт, но давайте посмотрим. Может быть, реально что-то интересное мы и найдем. Много домов, погод и так далее. Смысла это покупать нету ничего. Потому что, ну зачем? Как бы это будет бред полный. Придумал, что ничего не поменялось. Для чего открыли этот сервак, я без понятия, серьезно, я не понимаю. Здесь ничего, по сути, нового нет. Но открыли тестовый сервер какой-то. Для чего, я серьезно не понимаю. Выдают всем лицензии, принимают во фракции. Зачем это сделано, я честно не знаю, пишите в комментариях, кто догадывается, либо знает. Так, давайте попробуем на ферме поработать. Блин, мне интересно, какая зарплата при X2 просто может быть. Давайте глянем. Вот просто, пацаны, X2, давайте посмотрим, какая здесь зарплата. А, это же надо круг делать, блин, это, конечно, хреново. Ютубер. Плюс. Давайте напишу плюс. Мне что-то за это заплатят вообще или нет? По идее нет, да? 0 рублей. Бля, ну что такое, чтобы мне заплатили сразу же. Так, серия, да. Да, серия, дружище. Сейчас садимся на скутер, едем, наверное, на грузчики. Это будет довольно-таки лучше, чем вот эта дичь. Передай привет, Алексей Дубай. Привет тебе передаю. Поехали, наверное, на погрузчика, хотя у меня лицензии нету. Так, куда можно поехать? Поехали тогда на грузчики, посмотрим, сколько там за один ящик платят. Вот это будет интересно, просто X100 просто, X100 день. Прикиньте, если на всех серах было бы X100 день. Я просто не знаю, сколько здесь за ящик дают, наверное, 1100. Ну, сейчас посмотрим, короче. Так, мы уже подъезжаем, я сразу вижу, что люди здесь есть, поэтому сейчас поработаем, посмотрим, сколько здесь платят. Так, все, паркуемся. Бля, мне интересно, сколько за ящик, блядь, при X100, сколько может быть за ящик даваться, мне интересно, серьезно. Так, давайте устраиваемся, так, и сколько нам за ящик один дадут, бля, это реально будет сейчас очень интересно. Надеюсь, X100 не наебали, потому что, ну, мало ли что. Так, один ящик я принес, и сколько мне за него дадут денег, давайте посмотрим. Чисто ради интереса, так. 12 тысяч за один ящик тут, пацаны, нормально, чё. Давайте поносим ящики тогда, что делать. Так, что-то я заебался, короче, работать. Получаем наши 72 тысячи за, получается, 6 ящиков, да. Берем скутер и поехали, посмотрим, убрали Рожевск или нет. Мне это тоже интересно глянуть. Вроде бы, как я так смотрю, ничего не поменялось. Я вообще не представляю, для чего это все было сделано. Уже кто-то себе дом купил. Ну, люди работают, видимо, да, и покупают себе дома. Нет, Рожевск, кстати, не убрали. До сих пор, даже здесь. Зачем его открыли, я серьезно не понимаю. Чисто, чтобы игроки зашли, у них было все, что угодно и так далее. Я вот не понимаю, для чего это сделано. Как бы я думал, здесь протестить какое-то обновление либо еще что-то, а здесь просто люди заходят и просто играют, и все, больше ничего не тестируют. Просто им выдали лицензии, приняли во фракции и так далее. Я не знаю, что они здесь тестируют, возможно, типа выдержку мода как-то они что-то добавили сюда, оптимизировали либо еще что-то, но изменений вообще нет никаких, просто никаких изменений вообще нету и быть не может, как бы, потому что их нету, блин. Ну их нету, и все. Может, я что-то не вижу, но я ничего нового вообще не увидел. И, кстати, на удивление, онлайн довольно-таки небольшой. Ну, наверное, не все понимают, что за пост сделали в группе. И никто... Я тоже, блядь, смотрю, думаю, пост, думаю, что за IP. Потом думаю, опа, давайте, ну, решил глянуть, короче, что за IP. Смотрю, а здесь вот это IP, вот этот сервак, короче. Думаю, ладно, зайду, тоже гляну. И решил, короче, как раз видосик записать для вас. Я думаю, довольно-таки неплохой видосик получится. Поэтому, пацаны, спасибо на лайки. И да, я все еще болею, поэтому мне трудно снимать видосики, но все-таки я решил записать. Так, много людей, кстати, он в казино. Давайте казино
Warzone залетим, а ну посмотрим, может там бабок мы поднимем. Ебать, я чётенько залетел просто, как папочка, блядь. Так, погнали посмотрим, что там вообще происходит. Может тоже зайдем поиграем в казино. Чё, люди заходить не могут или что? Так, давайте попробуем зайти. И есть ли здесь народ вообще или нету? Походу нету, да? Нет, нет. Так, что сыграем с тобой? Давайте сыграем в казино с Рыжиком. Так, дайс 122, полтишок, давай. Играть в казино может только после 5 лет проживания в области. Блядь, серьезно? Я только об этом узнал, реально. Кто будет в начале очереди бежать, убиваю. Ну, там, походу, что-то выдают. Не знаю, пацаны, что еще вам здесь показать. Просто, я так понял, такой же самый мод, все то же самое, просто на сервере действует X100. Возможно, этот сервак через час закроют, либо вообще это на пару дней сделают. Поэтому, кто хочет зайти на него, IP будет в описании. Я играю все, что на первом сервере, вводите мой промокод, вводите мой ник, все будет в описании. Всем пока-пока. She was from the south side, I looked in the mirror. I said, man, I'm alright, little did I.